Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, новые зрители, меня зовут Ева, и здесь, на этом канале, я рассказываю о новостях туризма, иногда о своих путешествиях. Сегодня хочу для вас рассказать, что нового открылось на курортах Египта. На красноморских курортах Египта сразу два интересных открытия. В Хургаде принял первых посетителей новый аквапарк, который называют самым большим на Ближнем Востоке, а в Дахабе пятизвездочный отель. Итак, подробности. В Египте намерены продвигать Хургаду и Южный Синай как туристические направления с интегрированными услугами, включая водные аквапарки, которые смогут составить конкуренцию ближневосточным курортам. В рамках этого плана туристические власти поощряют инвесторов, вкладывающих в реновацию и создание новых объектов. Так, в Хургаде, в дополнение к Jungle Aqua Park, где есть уже 41 горка, на территории комплекса отелей Пик Альбатрос открылся новый водный парк развлечений Neverland City, в котором представлено еще больше всевозможных водных горок и развлечений для детей и взрослых. В частности, именно здесь появилась первая в Египте водная горка «Королевская кобра», которая отличается высокой скоростью спуска по кольцевой траектории. В общей сложности в Neverland City 103 водных горки, из которых 51 для взрослых и 52 для детей. Также есть бассейн с искусственной волной и ленивая река. Таким образом, с учетом уже существующих, общее количество водных горок на территории гостиничного комплекса Пик Альбатрос превысит 150, что сделает водный парк в Хургаде крупнейшим развлекательным центром в Египте и на Ближнем Востоке. Про пятизвездочный отель в Дахабе. Другое открытие, которое порадует поклонников отдыха на Южном Синае – отель «Сафир Дахаб Ресорт», который снова принимает гостей после полной реновации. Курорт относится к категории 5-звездочных отелей и принадлежит компании Mister Hotels. В отеле 159 номеров. Номерной фонд состоит из комнат «Стандарт» и «Делюкс» площадью от 30 до 32 квадратных метров и с видом на сад или море. А также имеются сьюты 45 квадратов. Гости проживают в двухэтажных корпусах, построенных в нубийском стиле. Отель работает в трех концепциях питания – завтраки, полупансион и все включено. На просторной территории имеется парк, бассейны, центр дайвинга и водных игр, два центра серфинга и детский клуб, ресторан и два бара. Благодаря удобному расположению в лагуне на окраине Дахаба «Сафир Дахаб Ресорт» может похвастаться хорошим пляжем с мягким мелким песком и пологим входом в море. Отель здесь понравится любителям кайт и виндсерфинга, а также других видов водного спорта. В номерах и общественных зонах работает бесплатный Wi-Fi. Среди конкурентов новинки в регионе можно назвать Just Dahab Bay. Сколько же стоят туры в Сафир Дахаб Ресорт? По данным тест-тур, сейчас на размещение в Сафир Дахаб Ресорт действуют привлекательные скидки. Стоимость туров на неделю на все включено. С заездом в ближайшие дни начинается от 66 тысяч рублей на двоих, а в новогодний период от 111 600 рублей на двоих. Если вам нужна моя информация и хотите получать от меня новости, то подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик. Под видео у меня всегда ссылка на источник информации и на мой второй дачный кулинарный канал. Спасибо, что меня смотрите. Ждите нового ролика. До свидания.